Море игрушек, музыкальные инструменты и удобные кроватки – главные атрибуты любого детского сада. Все это есть и в новом филиале «Жар-птицы», открытом на днях в ЖК «Усадьба Суханова». Пока мини-садик работает лишь второй день, но уже успел себя зарекомендовать как в кругу родителей, так и их детей. Мне нравятся все воспитатели, они очень добрые. Нас воспитывают. Мне нравится играть с друзьями, спать и все на улицу ходить. Такие учреждения сегодня в новинку. Полисадик Суханова лишь 24-й во всей Московской области. Проверить его работу приехала заместитель председателя правительства, министр социального развития региона Ирина Коклюгина. Во время экскурсии она смогла пообщаться не только с детьми, но и с их родителями, которые ждали места в детском саду для своих малышей достаточно долго. Видно, что он не, как бы небольшой, не габаритный, но он такой уютный. Прям вот я когда заглянула в туалет, посмотрела вот эти вот, все, что нужно для деток, вообще раздевалки замечательно. Ну, то есть вы довольны, да? Да, очень. Младшего сюда будете отдавать? Конечно, девочка? Обязательно. Да. Девочка. Как зовут? Амелия. Амелия. Да. Какое имя красивое. По ощущениям, мне очень понравилось. Очень красивый, комфортный, уютный. И самое главное, что детям здесь очень нравится, им хочется сюда приходить. И родители, конечно, тоже, как мне показалось, в восторге, потому что ну, они не ожидали, что вот такое быстрое решение может произойти. То есть этот сад открылся в течение этого года. Комфортный, безопасный, а главное – современный. В мини-садике воспитанники легко находят занятия по душе. Особенно популярна у детей интерактивная панель, подаренная учреждению губернатором Московской области. С ней дошкольники развивают логическое мышление, учатся читать и считать. В какой руке апельсин? В какой? Левой. А в правой – банан. Давайте искать, где такие трусики зеленые с красным. Вот здесь. А в какой руке банан? Ну, пробуй. Браво, Грант, браво! Всего в Московской области уже в этом году планируют открыть 50 детских мини-садов. Три из них уже начали работу в нашем муниципалитете. Александр Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.